про гномов и Белоснежку мы сказку сегодня покажем. Их трудности ждут непростые, поэтому просим вас очень, внимательно сказку смотрите. Добро против зла помогите и Деда Мороза зовите. Если не справитесь, срочно, друзья, договорились? Тогда устраивайтесь поудобнее, приготовьте свои лучистые улыбки, радостные глазки, звонкие ладошки и дружно встречаем нашу сказку! Белоснежка! Я здесь, Ваше Величество. Где мое новое колье? Сейчас принесу, Ваше Величество. Поторопись. Живут все принцессы в замках, живут во дворцах и чахнут, романы читают о принцах мечтах. Великой любви они ждут. Как скучно, смешно, даже право. Дурнушки мечтают о славе, добро восхваляют и всем угождают, и думают, счастье найдут. Принцессы должны быть скромнее. Иди, у тебя много дел. Верное зеркало, дай мне ответ,
кто всех прекрасней на свете? Вас, королева, прекраснее нет. Кто-кто всех прекрасней на свете? Вас, королева, прекраснее нет. Очень приятно. Впрочем, даже не сомневалась. На ветвях щебечут птицы. Что за чудо эта трель? Невозможно не влюбиться в этот звонкий день. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ребята, бейте в ладошки в такт музыке. Разноцветные бутоны ароматы издают. В них снуют трудяги пчелы и жужжа поют. Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Верное зеркало, дай мне ответ, кто всех прекрасней на свете? Вы, королева, прекрасны собою, но Белоснежка красой превосходит. Что? Меня? Это пигалица? Ах ты мерзкая стекляшка! Мне надумала перечить? С глаз моих исчезни! Вон! Мартин! К вашим услугам, королева! Приказываю тебе срочно, ясно тебе? Срочно увести Белоснежку в лесную глушь! Чтобы я ее никогда, слышишь, никогда больше не видела. Ваше Величество, помилуйте, как я могу? Не смей мне перечить! Не то казню. Слушаюсь, Ваше Величество. То-то же. Выполняй. Что же мне теперь делать? Я не могу предать Белоснежку, но и приказа королевы не выполнить тоже не могу. Как же быть? А, придумал. Друзья, вы хотите выручить Белоснежку? Да! Тогда, как только она или ее друзья попросят о помощи, пожалуйста, поддержите своим советом. Договорились? Спасибо вам. Теперь я спокоен за нее. Ваше Высочество, мне нужно срочно с вами поговорить. Я тебя слушаю, Мартин. Не волнуйся так. Простите меня, Белоснежка, но я не могу ослушаться приказа королевы. Она требует, чтобы я отвел вас в глухой лес. И оставил там навсегда. Как? Королева? Но почему? Она завидует вашей молодости и красоте. Не может этого больше терпеть и хочет, чтобы вы исчезли. Но как же? Пожалуйста, позвольте, я провожу вас до леса, а дальше вы сами выберете дорогу, по которой идти. Пусть это будет нашей маленькой тайной. Только прошу вас, не возвращайтесь. Бедный, бедный Мартин. Спасибо за твою доброту. Не волнуйся, я согласна. Пойдем, я только возьму что-нибудь в дорогу.
деле! Теперь делать я ума не приложу. Ой, какой прелестный домик! Он как будто кукольный. Интересно, кто здесь живет? Кажется, никого нет. Ой-ой-ой! Наверное, здесь живут дети, у которых нет мамочки. Пожалуй, я смогу им помочь. Вы со мной? Тогда приступим. Какая прекрасная незнакомка! Какая красавица!
Что будем делать? Будем ждать. Меня зовут Белоснежка, а вы? А мы гномы, просто гномы. Очень приятно. Там на кроватках написаны ваши имена. Не говорите, кого как зовут. Можно я угадаю? Ты умник, ты скромник, ты Соня, ты... Будь здоров, чихун. А ты... Ха-ха! Весельчак! А это Простак! Опять я последний! А ты Ворчун! Белоснежка! А как ты здесь очутилась? Королева, моя мачеха, не захотела меня больше видеть и приказала нашему доброму Мартину отвезти меня в глухой лес и бросить там. Какая подлая королева! Это все плохо закончится. Белоснежка, если ты согласна помогать нам по хозяйству, тогда оставайся. Милости просим! Спасибо большое! Я с радостью принимаю ваше приглашение. К тому же угощение давно готово. Прошу за стол, мои маленькие друзья. Зеркало, дай мне ответ. Кто всех прекрасней на свете? Вы, королева, прекрасны собою, но Белоснежка, что за горою в домике гномов приют свой нашла, вас красотою она превзошла. Ах ты, дерзкая стекляшка! Я заставлю тебя говорить то, что положено! Значит, девчонка выжила. Никому ничего нельзя доверить. Придется все сделать самой. Но как же ее извести? Что за гадкий гребень? Опять уколол? А это мысль. Приютили в трудную минуту. А ты, наверное, проголодался. Вот,
возьми пирожок. О, как раз кстати. Тогда у меня для тебя тот же подарок есть. Вот, этот гребешок украсит твою прическу. А, какой красивый. Спасибо большое. Проходи в дом. Я угощу тебя компотом из свежих ягод. Ну, хорошо. Только давай я сначала помогу примерить тебе гребешок. Садись на лавку. Вот, у меня и зеркальце есть. Можешь взглянуть. Эй, куда? А ну, верните гребень. Верните, кому говорю. Я с вами еще поквитаюсь. Кротыш, что с тобой? Не расстраивайся так. Сюда уже идут твои братья. Они будут рады встрече. Ага, я устрою им сюрприз. Друзья мои, а у нас сегодня гость. Он решил устроить вам сюрприз. Гость! И где же он? Он спрятался вон там. Здесь никого нет, кроме этого колпачка. Разве гость был гномом? Ну да. Он сказал, что зовут его Коротыш, что он ваш двоюродный брат и решил заглянуть к вам в гости. Странно. Ну вот, начались неприятности. Значит так, никакого двоюродного брата у нас нет. Нет. Даже сестры. Значит что? Что? Значит, этот гном обманщик. Да. А вот откуда он взялся и зачем приходил, это вопрос интересный. Да, интересный. Ащи, ащи, ащи. И что же нам теперь делать? Я знаю. Надо просто-напросто кому-то всегда оставаться рядом с Белоснежкой. Ух ты, молодец. Здорово придумал. Правда, ребята? Согласен, тогда никто в дом не проберется. Отлично! Предлагаю завтра оставить меня. Уж я никакого чужака не пропущу просто так. Найдется и на них управа. Не убережете вы свою Белоснежку. Есть захотела, вот и прилетела. А что, нельзя, что ли?
подозрительная. Здрасте! Других птиц кормите, а я, значит, подозрительная? И вообще, я не к тебе прилетела. Ага, королева, вот ты и проговорилась. Караул! Какая королева? Видели? А ну, королева, признавайся, что ты хотела сделать с нашей Белоснежкой? Кошмар! Произвол! Лучше голодной летать, чем от несправедливости пропадать! Стоять! Убиваю! Что случилось? Кто стрелял? Кто кричал? Я стрелял, тебя охранял, королеву-злодейку раз и поймал! Королеву? И где же она? Да вот же! Ворона превратилась и в дом хотела пролезть. Простак, ты ошибаешься. Это же тетушка ворона из соседнего леса. В ней о ней наша сорока все уши протрещала. Вот! А я что тебе говорила, хулиган? Да, я просто... Просто он! Простофиля! Спасибо тебе! Белоснежка, Кар, можно мне? Ну, конечно, я угощу тебя, тетушка ворона. Белоснежка, что? Что у вас произошло? Друзья мои, просто у нас случилось небольшое недоразумение, но теперь уже все наладилось. Правда, ребята? Тогда я предлагаю отметить эту радостную новость музыкой! Ребята, бейте в ладошки в такт музыке! Рано радуйтесь, я намерена исполнить свой замысел. Духи огня, слушайте меня, ярче горите, зелье варите. Thank you.
что, касатик, азиат? Что? Кто? Я? А то кто? Больше нет никого. Ты да я. А что это ты, ой, вы тут делаете? Так заплутала я. Вот, ходила, торговала. Хотел дорогу домой скоротать. Да с пути сбилась я. Устала. Жуть. На твой домик набрела. Дай, думаю, отдохну. Дорогу спрошу. А чем это вы торговали? Так яблочками наливными. Этого года урожай. Люди берут для праздничного стола. Кто на компот, кто на пирог, а кто и так поесть. Осталось немного. Бери, угощайся. Спасибо. Какое вкусное. А можно я все возьму? Позволишь у вас отдохнуть? Отдам. Соня, что ж ты бабушке съесть не предложил? Как тебе не стыдно? Да я... Извините нас. Присаживайтесь, пожалуйста, обогрейтесь. Спасибо, деточка. Соня, принеси, пожалуйста, чашечку кофе и пирожки в дорогу. Благодарю, хозяюшка. За доброту твою всю корзину яблок вам оставлю. Праздничные угощения испечешь. А вот это самые вкусные румяные яблоко тебе лично дарю. Не побрезгуй скромным подарком. Отведай. Спасибо, бабушка. Скушала, красавица? Проспали вы свою Белоснежку. Может быть, вы знаете какого-нибудь волшебника, который сможет снять колдовские чары с Белоснежки? А вы? Давайте подумаем. Сейчас у нас зима, значит, нам нужен самый главный зимний волшебник. Ребята, а кто это? А дружнее! 3, 4! Слышу, слышу вас, друзья. Громко звали вы меня. Разве какая беда у вас приключилась? Чем смогу, помогу. Рассказывайте. Говори. Дедушка Мороз, я не знаю. Сидел я вот здесь, охранял, а она подошла, угостила яблоком, а потом пах! Откуда-то появилась королева, страшно засмеялась и пропала. А Белоснежка, вот. Ага, королева, значит, все-таки сделала свое черное дело. Дедушка Мороз, неужели ничем нельзя помочь? Ну, отчего же, есть один способ. Какой? Вижу, украсили вы свой домик колокольчиками. Их чистый звон и поможет нам снять колдовские чары с Белоснежки. Этот подарок для тебя, Белоснежка, от моей внучки Снегурочки. Ах, какая красота! Спасибо вам большое!
А где же у вас елочка новогодняя? Ой, а мы ее в лесу забыли. Это не беда, сейчас все исправим. Только слова волшебные надо всем выучить. Запоминайте. Ну-ка, елка, появись, да красиво нарядись. Друзья, повторяем все вместе. 3, 4. Ну-ка, елка, появись, да красиво нарядись. Ух ты, какая красавица! Вот теперь можно и праздник новогодний встречать. Спасибо вам, Дедушка Мороз. Какой еще Мороз? Ах ты, мерзкий старикашка! Я не позволю здесь командовать! Да я тебя! Да я вас всех! Вам не место на нашем празднике, ваше величество! Поздравляем с Новым годом!